Я рада приветствовать вас на заключительной сессии форума. Меня зовут Ольга Обижаева, и я делаю PhD по финансам здесь, в Лондонской школе экономики. В этой части форума мы поговорим о такой важной российской компании, как Московская биржа. И я с радостью представляю вам Андрея Брагинского. Андрей имеет очень богатый опыт работы на российском рынке. Он работал в ВТБ Капитале, в Ренессанс Капитале, помогал с курировал размещение акций таких компаний, как Магнит, Русал, ВТБ, Номус Банк, Мэл.ру. Сейчас Андрей является управляющим директором Московской биржи и отвечает за вопросы, связанные со связью с общественностью. Поэтому он, как никто другой, расскажет нам о работе биржи и расскажет о планах на будущее и стратегии развития биржи. Поэтому я с огромным удовольствием представляю вам Андрея Брагинского. Он подготовил для нас очень интересную презентацию. У нас будет возможность спросить у него какие-то вопросы после того, как он закончит. Спасибо за представление. Спасибо большое, что вы меня позвали выступить. Это всегда очень интересно выступать перед студентами, ну и особенно лестно, конечно, выступать перед студентами с столь замечательным учебным заведением, как ваше. Давайте я, Оля, я уже нарисовал в презентации, немного расскажу о самообразовании и о своей карьере, что вам как студентам может быть интересно. Вообще мое образование библиотека Московского университета, вот, но потом я решил изменить настоящей науке и стал заниматься такими более прикладными вещами, во-первых, и как второе мое образование это высшая школа экономики в Москве. К сожалению, я никогда не учился в Англии, никогда не учился в ЛСИ, но моя дочь, которая сидит здесь, учится в Листерском университете. Действительно, я начал свою карьеру аналитиком по акциям в Ренессанс Капитале, занимался телекоммуникационными компаниями. Если вы знаете эту профессию, это анализ инвестиционной привлекательности бизнеса, это финансовые, это отчеты аналитические, это презентации международных инвесторов. Ренессанс тогда занимался размещением акций МТС, самого большого сотового оператора в Нью-Йорке. И вот это был такой мой карьерный потом движение из Ренессанса перейти на позицию директора по связям с инвесторами и общественности мобильных телесистем. Вот такое было у меня приключение как заявочный комитет Сочи 2014. Это вот та заявочная кампания, которая позволила России провести Олимпийские игры в Сочи. Я был среди первых сотрудников ВТБ Капитала, инвестиционного банка, созданного ВТБ с нуля, и работал там 3 года, и был одним из лучших СЛЗов российских, международных СЛЗов в России. Вот. И Московская биржа – моя нынешняя место работы. Ну вот смотрите, вот это, наверное, был ключевой график, если говорить о том, что происходит с Россией сегодня. Если бы я встречался с вами и выступал перед вами два года назад, то моя история была бы, наверное, совершенно, мой рассказ был совершенно другим. Пик цены на нефть был достигнут в июне 2008 года, 145 долларов за баррель, и вот это было краткое падение в 2009 году, и сейчас баррель стоит 32 доллара, как вы знаете. Так как Россия производит вообще мало чего, кроме энергоресурсов и металлов, это имеет, конечно, очень серьезные последствия для всего того, что происходит у нас сейчас. Похожий график. Здесь есть график цены на нефть и рубля. Вы видите, что рубль, вследствие в основном, конечно, снижение цены на нефть,
говорилось о профиците, Россия всегда гордилась профицитом бюджета, который достигал, по-моему, 7% в 2007-2008 году. Большая растущая экономика, Россия входила в десятку крупнейших экономик. Темпы роста, конечно, уступали росту, не знаю, Китая или Индии, но все равно были выше, чем у развитых экономик. Очень низкий долг, государственный долг. Высокий уровень образования, тоже всегда такой важный фактор. И значительные резервы золотовалютные накопленные России на пике до 600 миллиардов долларов. Но на самом деле многое из этих таких инвестиционных пилорс для России, они остаются. Но не все. Вследствие девальвации и снижения экономики из профицитного бюджета стал дефицитным, примерно 3% дефицита будет в этом году. Россия большая экономика, но уже не такая большая, которая была. Особенно мы смотрим доллар выражение, естественно. Во-первых, нерастущая ВВП упадет примерно на 3% в этом году. И из ВВП у нас было, наверное, в прошлом году где-то 2,1 триллиона долларов, а в этом году мы ожидаем, наверное, где-то 1,4-1,5. Мы примерно 13-14 экономика. Ну, что все еще большая, примерно на уровне Испании. Инфляция уже не столь маленькая, хотя на самом деле снижающаяся. Сейчас где-то инфляция 10% в России, и в общем есть надежда, что она станет single digit в ближайшие дни. Остальные все такие вот пилорс инвестиционной России, они остаются. В России очень низкий государственный долг, примерно 17-20% от ВВП, ну, чтобы сравнить с Бразилией, наверное, там 50-60%, в Греции, наверное, более 100%. То есть это все еще правда. Вот, Россия, перейдя к гибкому курсу рубля, более-менее вовремя сэкономила свои золотовалютные резервы, они, конечно, меньше, наверное, чем когда они были на пике, 600 миллиардов долларов, но все равно довольно значительные, это 400 миллиардов долларов, например. И что очень важно, и, кстати, в отличие от многих и ряда других развивающих стран, в России нету capital controls, да, то есть инвесторы могут свободно менять валюту, выводить валюту из страны, нету никаких ограничений для инвесторов на валютные операции. То есть, в общем, несмотря на такую так, меняющуюся и сложную ситуацию, многие, ну, правда, не все такие инвестиционные макро, что ли, показатели России, они сохраняются. Ну, вот это, казалось бы, совершенно выбивающийся из всей моей презентации слайд, но разговор о том, сколько стоит недвижимость, они очень популярны во всех, наверное, больших городах. В Москве была самая дорогая, ну или да, очень дорогая недвижимость. Вот. И этот слайд показывает изменения. Значит, мы, россияне, почему-то считали, что инвестиции в недвижимость — это
Вот это такая популярная картинка в российском Фейсбуке. Это сравнение, вот если взять рыночную капитализацию компании, наверное, может быть, инфлоу этой компании, ну, не так важно, и посмотреть, сколько бы каждая страна занимала на карте мира. Вы видите, что размер России сильно отличается от ее географического размера. Ну, чтобы отдать какие-то цифры, капитализация российского рынка сейчас порядка 360 миллиардов долларов всего. А капитализация free float, да, то есть количество акций, находящихся в свободном обращении, это тоже на это правильно смотреть, всего порядка 90 миллиардов долларов. А капитализация при этом самой дорогой компании в мире, Alphabet, да, это Google, да, новое название Google, наверное, сейчас сколько, вы, наверное, лучше меня знаете, да, 500-600 миллиардов долларов. То есть Россия, капитализация всех российских компаний, примерно 70% капитализации Google, ну, Alphabet, да, называется. Вот, еще один способ, как можно смотреть на, как бы, значимые, что ли, страны в международных, как бы, финансах, это смотреть, сколько в платежах SWIFT приходится на разные национальные валюты. На самом деле, этот слайд посвящен, так сейчас тоже довольно популярен финансовый рынок, он посвящен движению юаня, который быстро выходит на позиции 3, 4, 5 валюты, да, вот, которые там сейчас стоят. Вот, сразу сильно отставая от основных валют, от доллара и евро, но гигантский прогресс за последний год. Мы видим, Россия здесь присутствовала, да, 0,4% оборота платежей SWIFT. Да, с девальвацией Россия вообще не входит в список, не знаю, сколько здесь, наверное, там 15 национальных валют. Если смотреть на российский рынок в разрезе капитализации компаний, здесь топ-12 компаний, ну, несколько, наверное, можно выводов и замечаний здесь делать. Ну, во-первых, очень концентрированная капитализация, да, 12% занимает 70% всего рынка. В основном вы видите, это нефтегазовые компании или добывающие компании. В списке из 12 есть всего один бизнес, который представляет новую экономику. Это компания «Магнит». Остальные, ну, во-первых, это там, новая компания, созданная в новейшие времена, ну, или это и новая экономика. Остальные это компании, которые были приватизированы, как-то изменены еще советского времени, и представляющие там, ну, два банка, да, и представляющие добывающие и газовый сектор. Это компания МТС, когда выступал Михаил Шамонин, система его владения МТС была на 13 месте, чуть-чуть поместилась в этот список. Тогда было бы две компании новой экономики. Вот я вам говорю, что примерно 380 миллиардов капитализации всех российских компаний, free float капитализация это 90 миллиардов долларов. Можно посмотреть, кто владеет этим флоутом. Довольно интересно. Во-первых, в основном иностранцы это могут. То есть говорить о том, что там иностранцев там ушли с российского рынка, их нет на российском рынке, это неправда. Мы потом чуть поговорим про объемы торгов на московской бирже. В частности, там 40-50% будет иностранцы. Во владении тоже примерно 60% флоута российского у иностранцев. Вот, в основном эти 50% это количество, это американские инвесторы на втором месте, а ну вот там Европа на втором месте и UK. Вот, вообще таких в старые добрые времена, когда проводилось IPO российских бизнесов, примерно 40% размещений покупали американские инвесторы, примерно 40% покупали инвесторы из Лондона, из UK. Ну, основные 20% Европы, Россия и другие регионы. Ну, основной, вот, наверное, вывод из этого, что иностранцы по-прежнему держат российские активы, собственно, являются основными инвесторами
в российские публичные компании. Ну вот, казалось бы, я написал такую чуть грустную картину того, что происходит на российском финансовом рынке. Ну, на самом деле, в России все так неплохо, все не так плохо, если смотреть в контексте в целом развивающихся рынков. Развивающиеся рынки в последние несколько лет огорчали инвесторов. Смотреть на MSCI Emerging Markets, то последние три года там negative returns. Да, вот. Это мы смотрим в национальных валютах, я их вот не жулю, чем там посмотрим и доллар. Россия, в общем, выделяется более хорошую сторону. Все Emerging Markets в прошлом году в национальных валютах упали очень сильно. Вот. А Россия выросла. Значит, ну вот такая интересная характеристика просто рынка, что российские компании, это элемент, наверное, фактор привлекательности, это довольно высокий дивиденд, который платят российские компании. Вот если сравнивать dividend yield, то в России он один из самых высоких среди развивающихся рынков. Дешевая Россия сейчас или вот я говорю, там все в долларовом выражении, рынок упал, да, мы говорили, что на пике РТС там был 2500 пунктов, сейчас он 700 пунктов всего. Стала ли Россия дешевой? Ну, на самом деле не очень. Россия торгуется на пике там порядка 5,7, да, это ниже, чем, естественно, чем развитые рынки, чем другие emerging markets, но если вы посмотрите на дисконт, то Россия всегда примерно так и торговалась. То есть нельзя сказать, что Россия сейчас оценена инвесторами относительно там, развивающихся рынков, относительно emerging markets, как-то особенно низко. Да, это не очень высокий мультипл, но он, собственно говоря, всегда таким и был. Это говорит о том, ну, во-первых, значит, что там люди не убежали из России, да, то есть они остаются в России, они, в принципе, оценивают так же, как они ее оценивали вот, в предыдущие годы, если смотреть на мультипл, который есть на рынке. Я вам показывал рубли, вы, наверное, думали, вот жульничает, показывает в рублях, что все хорошо, но на самом деле, если смотреть в долларах, то российский рынок тоже был в прошлом году лучше, чем все остальные emerging markets, которые упали очень сильно. Да, Бразилия принципиально больше расстроила инвесторов, чем расстроила Россию. Из России действительно идет такой негативный news flow, да, который вы тоже все видите, но и там, наверное, меньше, чем вот из многих из этих стран, которые здесь перечислены. Но на самом-то деле, с точки зрения инвесторов в рынок, в России все было не так уж и плохо. То есть, по крайней мере, они не потеряли в России в прошлом году. Да, инвесторы не потеряли денег, не потеряли колоссально много других развивающихся рынков. Теперь я буду рисовать такую чуть более позитивную, может быть, картину того, что у нас происходит на рынке. Финансовые рынки один и регуляция финансового сектора – это одна из тех областей, где в России на самом деле много сделано, и много сделано хорошего за последние годы. То есть действительно приведены даже существенные реформы. Я не уверен, что вы знаете все слова, которые здесь написаны, но их основная идея, что инфраструктура российского рынка стала такой же удобной, такой же современной, как инфраструктура рынка там, в Лондоне или в Нью-Йорке. У нас есть центральный депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги всех эмитентов. У нас есть центральный контрагент. Это организация, которая занимается клирингом и гарантирует платежи участников рынков. Иностранцы имеют Direct Market Access к бирже. Евроклир, Clearstream — это европейские клиринговые организации, допущенные для работы с акциями и облигациями. Вот. Приведены целый ряд существенных реформ пенсионной системы. Вот, но
все вы это знаете, но я думаю, что там big picture этого, да, что российский рынок стал принципиально более открытым для инвесторов, и он стал удобным для работы инвесторов. Таким же удобным, как Нью-Йоркская биржа или Лондонская биржа. Ну, я хочу, как анонсировали, рассказать немножко о Московской бирже. Начну с того, с динамики акций самой биржи. Биржа является и торговой площадкой, и сама является эмитентом. Наши акции торгуются на бирже, на нашей же собственной торговой площадке. Самым, кстати, большим фрифлоутом, то есть доля акций в свободном обращении из российских компаний, более 55%. Вот, это динамика в рублях, не хотелось показать вам растущую графику, сделал его в рублях. То есть в момент IPO 70-72% выросли акции, что существенно удешевле. Вот, значит, чем мы отличаемся от, и чем инфраструктура рынка, и чем биржа отличается от инфраструктуры рынка здесь, там, или в Америке, тем, что в нашей группе есть во-первых, все инструменты, на это проговорю, на центральный депозитарий и центральный контрагент, то есть центральный контрагент это вот клиринговая организация, они все являются оба эти функционала являются частью нашей группы. В России совершенно уникальная ситуация, что в России на бирже торгуются инструменты, которые на всех других рынках торгуются OTC, ну либо на большинстве. Например, валюта везде торгуется, ну да, везде, да, почти, в Бразилии торгуется только на бирже. Валюта всегда OTC рынок, да, то есть это банки торгуют друг с другом, это не биржевой рынок. Банды, облигации, это почти всегда, где банды? А, нет, банды, ну, банды, реально большая часть бандов это тоже OTC рынок. Нет, они просто формально листятся на торгуются, да, то есть традиционно на бирже торгуются два собственных продукта. Это акции, конечно, и деривативы. У биржи большая доля деривативных торговли. Валюта и облигации, как правило, не торгуются на бирже. И далеко не везде депозитарий и центральный контрагент являются частью. Ну, то есть последняя тенденция, что биржи покупают центральный контрагент, покупают клиринговую организацию. Вот у нас все финансовые инструменты торгуются на Московской бирже, которые еще можно представить. Это является биржевым продуктом. Вот. Ну вот я немного про это сказал. Да, мы даже торгуем серебром и золотом и зерном. Московская биржа, я вам говорю, какой маленький российский рынок. Да, Московская биржа, тем не менее, в международном контексте, в общем, не такая уж маленькая биржа. В некоторых, конечно, из этих позиций мы занимаем такие высокие рейтинги, просто потому что мало кто торгует этими инструментами. Вот, мы там четвертый по деривативам. Вот, мы очень высоко по бандам. Вот. Ну и отстаем, конечно, отстаем по акциям. Вот. А по рыночной капитализации стоимость Московской биржи 2,8, около 3 миллиардов долларов, что позволяет нам быть в топ-12, но одна, конечно, большим лагом от лидеров этого списка. По объемам торгов, сколько мы торгуем и чем? Значит, мы торгуем немного акциями, да, потому что я знаю, что это рынок не очень большой, примерно 500 миллионов долларов в день торгуем акциями. Большой очень рынок – это валюта. Мы торгуем, ну вот здесь спот и своп – это где-то 25 миллиардов долларов в день. Большие рынки деривативные – 5 миллиардов в день. И большие, если вы знаете концепцию LIQO, Money Market – это тоже большой рынок для нас. Кто торгует? Ну, во-первых, и там будет еще отдельный слайд, во-первых, иностранцы активно участвуют в рынке. До 40%, ну, это зависит.
сказать, что те, кто инвестировал в российский рублевый долг там где-то год назад, показали совершенно фантастические returns и в рублях, и в долларах, да, за последний год. Ну вот мы этот слайд так часто используем тоже в презентациях, и главный тип показать, что иностранцы продолжают, международные инвесторы продолжают быть очень активными на российском рынке. Это не ваша аббревиатура здесь, вот аббревиатура лондонской биржи. Мы по разным продуктам конкурируем у нас разные конкуренты, да, там по валюте конкуренты, это рынок OTC, по акциям наши основные конкуренты даже не лондонская биржа, а депозитарные расписки, потому что часть российских компаний торгуется в акциях и депозитарных расписках. Мы хотим, конечно, чтобы депозитарные расписки торгуются в частности на лондонской бирже, а мы хотим, чтобы все торговалось в акциях, когда это будет торговаться на московской бирже. Если говорить о том, какой есть там потенциал для российского там, фондового рынка, финансового рынка, и откуда он может идти. Ну, вот в России все еще капитализация, я говорил, незначительной суммы капитализации российских компаний, вот как процент ВВП, это маленький показатель, но существенно меньше, чем у других развивающихся рынков, ну и, естественно, меньше, чем у развитых. А это в любом случае это соотношение долга российских компаний к ВВП. Но когда у вас что-то такое небольшое, это обычно мы подразумеваем, что это есть потенциал для роста. Ну вот это еще один слайд показывает, как меняется тип долга. Я говорю, что вот у нас акции, может быть, не так много торгуются, но все больше торгуются корпоративные облигации, потому что сейчас рынок заимствования, то есть компании приходят в банки, да, получить кредит у банков сложно, вот, из-за там состояния банковского сектора, риска, который есть, и компании выпускают публичный долг. И мы видим, что все больше публичного долга становится в России относительно банковского долга. А еще один возможности роста для нашего рынка – это привлечение денег от частных инвесторов. Частные инвесторы пока мало торгуют. Да, вы видите, тут показан очень большой рост, но на самом деле, если вы посмотрите в абсолютных значениях, это какие-то мизерные совершенно цифры. На рынке акций 80 тысяч активных инвесторов. Вот, на рынке там, производных это 45 тысяч инвесторов. Для страны с населением 150 миллионов человек практически. Да, это очень низкие цифры. То есть частные, там, в отличие от американского рынка, где все торгуют. В Америке, где все торгуют на рынке, да? Все торгуют акциями, инвестируют в акции. В России тут какие-то тысячи людей. И что опять же, но при этом, кстати, все играют в азартные игры, там рулетки, которые запрещены, вот эти автоматы, и все играют на рынке Форекс, потом вращаются миллиарды долларов. Да? Но не инвестируют в такие финансовые инструменты, там, как акции или рынки. Вот это тоже большой потенциал для нашего рынка. Ну вот я завершаю свою презентацию здесь. Здесь говорить о том, как биржа, которая так представляет финансовый рынок, где мы видим возможности для роста и для развития, и это продолжать работать с иностранными инвесторами, международными, чтобы они были в России. Это развивать внутренний рынок, привлекать частных инвесторов, чтобы они торговали на бирже, и там большой потенциал, да, привлекать и менять структуру рынка, чтобы пенсионные фонды больше инвестировали. В России такие большие пенсионные накопления, сейчас порядка 50
нужен, да. Вот, я не знаю, там все было ли понятно там, из тех слов, которые я говорил, но надеюсь, что да, вот готов ответить на любые ваши вопросы по этому, ну, либо какие-то вот. Даниил меня просил рассказывать какие-то частные истории из моей жизни, из моей карьеры. Для презентации я не придумал никаких. Вот. Если у вас будут какие-то вопросы, я с радостью буду. Давайте, может быть, я начну с вопроса. Вот вы рассказали по поводу инвестиционного климата, сложившегося, и одним из опасений инвесторов, которые планируют инвестировать в Россию, это то, что государственные структуры Российской Федерации, они влияют на бизнес-процессы. В этом есть как отрицательные стороны, так и положительные. То есть, например, из положительного это то, что подобная централизация позволяет, может быть, эффективнее и быстрее проводить какие-то инициативы. А как Московская биржа сотрудничает с Центральным банком и приведите какие-то отрицательные и положительные случаи, с которыми вы сталкивались? Тут, наверное, в этом вопросе много очень разных тем есть. Но Центральный банк является как мегарегулятором рынка, да, то есть он является регулятором рынка, да, является нашим акционером, и Центральный банк является самым активным участником рынка. Да, Центральный банк торгует валютой, да, и покупает валюту, участвует в рынке, в том числе и через биржу. И он является поставщиком ликвидности рублевой или долларовой. На рынок тоже через, ну, тоже через прямую учительность. Если иметь в виду наше взаимодействие с Центральным банком, отвечая на этот вопрос, то он как бы регулятор, наш клиент и акционер. Вот так. Вот если, вот, может быть, начало вопроса, да, государственное участие в экономике велико. Да, и вот я показывал слайд крупнейших 12 компаний, и большинство из них имеет существенную долю государства. Когда мы говорим о низкой доле акций свободного обращения, собственно говоря, те, кто то, что свободное обращение, зачастую государство. Вот. Были некоторые раунды там, приватизации компании сначала, потом были факты национализации, там компания Роснефть участвует в компании ПНК. Вот. Сейчас есть дискуссия о том, что опять все-таки надо приватизировать. Да, и крупнейшие нефтяные компании, Роснефть, крупнейшие банки, Сбербанк, ВТБ, это Флот, пока не, и имеется в виду, что приватизация, почему важна приватизация, да, мы уже ходили, приватизация важна не только для пополнения бюджета страны, да, считается, что частный собственник всегда эффективнее, чем государство, да, то есть это для расширения рынка, для повышения эффективности и для пополнения, конечно, бюджета. Но оценки бизнеса сейчас низкие, интерес инвесторов все-таки ограничен к российскому рынку, поэтому будет ли эта приватизация и какую форму она приобретет, это сейчас неопределенно в ваших моментах. Вот я так на разные части вашего вопроса. Давайте тогда перейдем к вопросу визуализации. Да, представляйтесь, зовите себя и скажите, Андрей, да, добрый день, меня зовут Александр. Спасибо за такую прекрасную и глубокую презентацию. Вопрос следующий. А по вашему мнению, что будет с российской экономикой в ближайшие год-два, если сохранятся текущие цены на нефть и пройти в предел $30-40? И если ЕС и Америка не снимут санкции с Россией? Не буду очень долго представить. Более кратко ответить, тем только для долгого разговора. Но, во-первых, при текущих ценах Россия более-менее существует сколько-то лет еще, потому что там накоплен золотовалютный запас, в общем, есть какие-то резервы, есть инерция, то есть никаких там драматических изменений, я думаю, там пару лет мы не видим. Значит, видите, если курс нефти амортизируется с точки зрения дефицита, бюджета амортизируется плавающим курсом. Да? То есть нефть дешевеет, значит курс растет, рублей в экономике
фундаментально важно, ну, не так важно, да? Ну, то есть важно, но не супер важно, мне кажется. А второй аспект, ну, это, конечно, вот это тоже продовольственные санкции, из-за этого там подорожают продукты, еще что-то, вносит вклад в инфляцию, тоже повышающий, да? Важно это, ну, важно, супер-супер важно это вот на общей картине, не знаю. Но с точки зрения сентиментов, да, если там Америка, Европа снимет санкции, рынок там сильно очень упал, а то вдруг санкции снимаются, это, конечно, будет волна позитива. Потому что это была бы супер хорошая новость, конечно бы, как бы все вздохнули. Вот, в общем, иностранные компании хотят работать в России. Да, мы говорим, что это там, не 6-7 сейчас экономика, 13 экономика, большая экономика, все-таки это важный рынок, это для многих интересный рынок, все хотят работать. Вот, санкции дают возможность именно работать, но как-то с напряжением. Вот. Так что это была бы очень хорошая новость. Меняла бы она что-то фундаментально, не уверен. Вот. Ну, вот. Пожалуйста, еще вопрос. Во-первых, спасибо большое за вашу речь. Вот в конце 2015 года в The Economist была как раз статья про то, что вы говорили, что 2015 год был первым годом с 1988, когда there was net outflow of capital from the emerging markets. Но в связи вот то, что мы видим с маркетами с начала года, с американскими, европейскими, непонятно, так, куда пошел в итоге этот capital flow. Получается, он, вот каково ваше видение, нам обратно вернется в emerging markets или все-таки в достаточно нестабильный падающий западный? У меня нет какого-то хорошего такого global view, если честно, я там не глобальный экономист или что-то. Ну, там инвесторы теряли деньги, да, на emerging markets. Вот, по-моему, 3 года, да, там уже негативно в целом. Вот. И там изрядно охладили emerging markets, да, то есть когда и потекут ли они в каком объеме обратно, ну, вот, не знаю. Вот, в принципе, это может быть какой-то опять долгосрочный тенденция, это охлаждение людей к теме, которая там была суперпопулярной, конечно, 5 лет назад, да, 5-6 лет назад. То есть, может быть, это такая, не структурная, это неверное слово было бы, да, но какая-то такая некоторая тенденция, может быть, достаточно долгосрочная, разочарование в этих рынках. Вот, не знаю, что не будут каких-то инфлоус, да, там, по тем или иным обстоятельствам, но вот, чтобы это такая стала ход, да, вот в целом как класс, конечно, там есть рынки, которые, вот, там, Ираном сейчас все интересуют, да, ну, то есть там есть рынки, конечно, более интересные, но как класс, то, ну, не знаю, может быть, долгосрочный, ну, так, небольшой специалист. Ага. Я слежу за тем, чтобы не опоздали на гала. Следующий вопрос, пока они не оттягивали мероприятие. Представьте. Здравствуйте, меня зовут Максим, работаю в Accenture Capital Markets. Но вопрос мне интересен, может, по вашей предыдущей деятельности, как вы, скажем так, связали их. Сейчас вы работали в PR Сочинской Олимпиады. И вы как бы для своего собственного интереса или для анализа проводили ли параллель, как повлияло на активность иностранных инвесторов Сочинской Олимпиады? Стало их больше, стало ли их меньше, появилось больше уверенности, и либо это вообще никакого влияния не оказалось на активность, на привлечение инвестиций, либо просто стало больше пользователей Moscow Stock Exchange и так далее. Ну, смотрите, Сочинскую Олимпиаду мы выиграли в 2007 году, да, летом было голосование. Это мы приближались к пику российского рынка. Поэтому это был такой большой триумф международной России. Да, была большая история. Там, я не помню точно, как реагировал рынок там, вот, по дням, да, но в принципе это была позитивная очень история. Да, да, там, люди реально покупали российские активы, ну, и международные инвесторы покупали там, широкий российский актив, на этой истории наш была. Ну, но опять же, это совпало там, с растущими ценами на нефть, совпало с тем, что в мире тогда еще все было хорошо, да, потому что там, начало 2007 года, середина 2007 года. Вот, и это
самые, наверное, высокие, близко к самым высоким оценкам российского рынка, и это добавило вот в эту в общую копилку, да, что-то такого позитивного очень отношения к России. Поэтому, знаете, иногда, у нас есть еще время, когда в 2008 году летом рынок начал падать сильно, вот, там вот международный все падал, да, в каком-то Бразе создается вот эта вся история, да, а Россия росла. И, значит, мы в России придумали, что у нас теперь такой, Россия — это остров стабильности, значит, везде все очень плохо, а Россия процветает. А потом там были какие-то истории, Дюзина владельца нечего, Путин там что-то куда-то там вызвал, что-то ему никто сказал. Ну, какие-то были локальные истории, и рынок стал рушиться. И все думают, вот там вот как-то доктора позвали, ну там, кто-то следил буквально, там, в общем, Дюзину владельцу нечего что-то сказали, из-за этого все падает. А на самом деле люди перепутались. Им казалось, что какие-то наши, да, там война была с Грузией, война с Грузией, из-за этого все продают Россию. На самом деле нет, нас просто накрыл международный кризис, нас накрыл, да, и рынок упал в конце 2008 года на 80%. Не имел никакого отношения к Грузии, никакого отношения к ничему. Просто до нас дошла вот эта глобальная волна. Ну, и это потому, что, наверное, надо выделять факторы, которые я влияют, так что с очень позитивно очень было, вот, но там, по-моему, было много всего другого хорошего. В принципе, для региона, в результате, все строительство там финансировалось так или иначе государственным, экологическим, государственным, частным партнерством, знаете, все, что частное стало как-то государственным, знаете, как выражение было, что в России приватизируется, там, прибыльная, национализируется, ну, что-то такое. Вот. Ну, то есть, все это финансировалось, все это основное финансировалось государством, частные компании кредиты Веба. Вот, на Вебе сейчас, кстати, большая дыра, вот, которую как-то надо скрывать. Надеюсь, не миссии денег, вот, к вашим вопросам. Вот, ну, что, построили там вот на лыжных курорт хороший, теперь русским дорого ездить. Прочих Шамани, вот, все катаются на Целине, в Сочи, вот, на Красной Поляне. Один из самых хороших и дешевых сейчас хелл-скинингов. Ну, так что, кто катается, приезжает там, да, в 3 раза дешевле, чем Европа. Говорят, отличные. Давайте, может быть, я тогда еще один вопрос вам, такой актуальный для студентов. Я думаю, большинство сейчас в аудитории — это студенты ЛСИ, университетов ближайших. А какие карьерные возможности вы видите сейчас для московской биржи, для студентов с экономическим образованием и в России в целом? Как у вас? Ну, ситуация чуть осложнилась в девальвации. Да? Значит, вообще Россия традиционно была фантастическим местом для карьеры. Да? Можно было быстро сделать карьеру. Вообще, во-первых, очень много денег платили. Мы только сейчас понимаем, как же нам много денег платили. Вот. Платили много денег, и было много возможностей. Да? Мало талантов было, там, мало людей с хорошим образованием. Вот. То есть люди становились руководителями компаний, там, инвестиционных банков. Там, не знаю. Вот я работал в мобильной телесистеме, Василий Сидоров, который был президентом. Самый молодой CEO NYC Listed Company. Да, наш МТС в Нью-Йорке. Он стал CEO МТС, там сколько на стоит место, что 32 года, 33 года. Совершенно фантастическая карьера. И очень большие были компенсации. Ну вот, знаете, еще налоги в России низкие, да, 30% налог платят. Вот. Ну, cost of living очень высокий, да, то есть не то, что там, то есть, ну, платили, cost of living был высокий, и вот наш валюту платили ранее. И много возможностей. Сейчас чуть сложнее картина, да, я думаю, возможности, да, инвестбанки сильно ухудшились, да, и продолжают уменьшаться. Вот, в общем, в большинстве компаний платят в рублях, соответственно, существенно меньше. Инвестбанк, кстати, платят в долларах, эти люди чувствуют себя совершенно королями, потому что все упало в 2-3 раза, получается, что доллары деньги.
России, конечно, чуть меньше, чем он был, там, несколько лет назад. С другой стороны, мне кажется, таланта продолжает оставаться мало, то бишь возможности для людей с образованием, есть. Ну и если думать, что так все, циклично, да, ну, рынки цикличны, экономика циклична, точнее, да, рынки цикличны, там Россия вернется через 2-3 года и опять будет такой горячей темой, вот, то опять будет много возможностей. Вот, вот такой у меня ответ. Чуть неоднозначный, да, этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо вам, да.